Так, во-первых, может реально это на Циан зайдем, посмотрим хаты в Москве. Я как раз хочу переехать. Посмеемся с того, какие хаты там сдают за огромные бабки, блядь. А, ну да, получается. Гоу? Ой, ну давайте попробуем. Будет, знаете, очень обидно, если мне реально понравится какая-то квартира, а я ее в итоге спалю. Это будет обидно, блядь. Так, снять квартиру сейчас. Ну, предположим, от одной до трех комнат. Так, да, Москва. Ну, давайте... Цены. Предположим... Ну, я думаю, тут минимум 50 тысяч надо ставить, не меньше, потому что за меньше в Москве, в центре ты не найдешь. Поэтому 50 тысяч минималка до... Ну, тут уже сложнее, блядь. Давайте 90. Вряд ли я, конечно, за 90 буду снимать, но только если это не что-то прямо особенное. Уже это перебор, ну похуй. Так, город. Я же указал. Москва. Москва, бля. Так, найти. Так, давайте карту откроем. Мне надо отметить. Не, руки не помыл. Так, нажмите на кнопку. Ну, давайте вот в пределах... Вот здесь, короче, вот так вот. ТТК, короче. Вот так вот, значит. Ну, вот в пределах вот этой, короче, области будем искать квартирки, значит. Что, нормально, ненормально? Так. А куда дальше нажимать? А, вот показать список. Так, от 50 до 90 тысяч, 1, 2, 3 комната, Москва, район выделили, в итоге у нас 1300 квартир. Но подождите, фильтры. Это еще не все. Многого хочешь? То есть вы хотите сказать, что это слишком жестко, да? Так, так, это неважно, неважно. Так, тип дома неважно. Мне ремонт важен. Хочу хороший ремонт. Да в смысле, да, блять. Наоборот, вы не понимаете, в чем прикол. Я же как бы ЧСВ, я на метро не катаюсь. Я в такси как бы в основном, да. Если я, например, буду жить где-то вот здесь, ну где-то вот тут, блядь, не знаю. Я буду часто и много тратить денег на такси, то есть лишние растраты на такси. А если я где-нибудь тут, в центре, ну мне все в пешей доступности будет, понимаете. И я тупо не буду на такси ездить, я много сэкономлю на самом-то деле. Так что вы, блядь, не шарите. Фу, блядь. Почему лицо красное? Не знаю, у меня вообще какая-то хуйня с лицом происходит. У меня прыщи, блядь, полезли, блядь. Еще какая-то хуйня, блядь, не знаю. Походу, у меня спид. Так. А где ремонт, ёбаный нахуй? Тут можно же указать, я помню. Видит кто-нибудь, нет? Ай, да похуй. Итак, погнали. У. Ну, это одна комната, мало. Так, блядь. Ну. Не, ну нормально, но очень маленькая квартира. Я... Ебать, дом, конечно, классный. А чё за фото какие-то странные? Куда я стол поставлю? Сюда, что ли, блядь? А, это диван, кровать. А куда стол-то ставить, нахуй, компьютер? Чё за пиздец? По фоткам вообще ничего не понятно. Где, чё, комнаты, вообще непонятно, как сфотографировано. Только диван показали. Где телек, блядь? Я чё, блядь, буду лежать на диване смотреть на печку, что ли? И стоит это сколько? 65 нахуй тысяч. И я тоже. Должно звонить на Москву Сити. А! Кусака жопки. Спасибо тебе за 100 рублей. А это находится в каком районе? Ой, не. Не, нормально как бы, но мне не подходит тупо, потому что, ну, слишком маленькая. Так, это что-то то же самое все. Ебать, 90 косарей в новостройке. Ой, блядь. Ну, все, ребят, все, началось. Ебать. Не, ну, как бы... Извините, конечно, но мне кажется, такое не стоит 90 тысяч. Согласитесь же, да? Кухня еще нормальная, но... Ну, что это за пиздец, как в больнице, блядь? Ну, что это за комната? Ну, это пиздец. 90 тысяч... Пиздец, тут еще и мебели нет, просто пустота. С кондиционером сидишь, блядь, под ним, наверное, и дуешь на себя. Ёбаный нахуй, 90 косарей.
Ебать, и ванна какая-то, блядь, как, знаете, вот эти плитки белые, фу, блядь, фу, нахуй. Вот я про что и говорил, ребят, вот и началось, Москва. Ну да, зато в хорошем районе. Тупо платишь за район. Не-не-не, спасибо, не хочу. Так. Ой-ой-ой. Паркинг, наконец-то вы нашли ее. Ля какая. Бля, что за хуйня играет? Можно рэпа ебануть, блядь, репануться, блядь. Можешь что-нибудь нормально, что это за бабская хрень? Так. Даже не понял. Тут две комнаты? Чего, блядь, подожди. Две комнаты, 60 тысяч рублей. Фэк? Я не скажу, что она мне прям нравится, но... В принципе, неплохо, как бы. Хуй знает. Просто нахуя там две кровати? В одной, блядь, кровать, в другой кровать. Не, можно убрать, конечно, кровати, там комп поставить, предположим. Хуйня ёбаная за 60. Чувак, это, блядь, самое нормальное, что ты тут увидишь, скорее всего. Ну, как-то дешево. Странно. Мне еще главное, чтобы это не новостройка была. А то соседи будут опять доебывать. Потому что в новостройках вообще говно, все слышно, блядь. Перейдешь соседа, блядь, его храп, то, как он дышит. Ну все, вот это уже хуйня пошла, видите. Вот это мне нравится. Желтизна, какая-то темнота, блядь, в квартире. За 75 косарей, ну это бабушкин ремонт. Это тут, извините меня, какая-то устаревшая хуйня. Ой, блядь. Ой, блядь. Ну что ты, блядь, я думаю, кухню-то фоткаешь. Я что, там жить буду, что ли, блядь? Да сука! Не-не-не-не-не-не. Пусть там бабушка и живет. О, 90 косарей. Показ в любое время. Чё, блядь, тут видео? Чего? А? Это вход в квартиру. Блять, ебаный, насрал. Прихожая. А хули так шумно-то в квартире? У него как будто трактор, блять, в квартире стоит. Справа вход на кухню, дальше санузел. Тебя прям... блять, обзор на хату. Комната отдельная, гардеробная. И слева начинается гостиная. Ну, блять, она какая-то, не знаю, 90 тысяч, блять, вот... Да не, ну мне не нравится, ну как-то неуютно в таких квартирах, я не знаю, но что-то как-то, что-то не хватает, смотришь, и как будто вот хочется что-то в ней сделать, что-то поменять, и не понимаешь, что, блядь, да все просто, просто все поменять. Мебель из Икеи вот это вот, ну как бы я, ну не то чтобы осуждаю мебель из Икеи, да, но когда ты, блядь, за квартиру запрашиваешь по 90 тысяч, я понимаю, что это Москва, и там как бы близко к центру, но извини меня, ну что это за пиздец, блядь? Стильная. Ага, стильная, говорит. Гостиная. Бля, что у него скрипит так? Телевизор. Есть даже караоке. Блять, ну в такой хате только караоке петь, блин, на пьяную голову. Мягкая мебель. Были уже игры, алло. Опоздали на стрим, все это игры будут, а игры будут. Кондиционер. Окна выходят на Конюшковскую. Метро через дорогу. Не нравится мне опять темная желтая квартира. Я не люблю вот этот. Я не понимаю, почему, блядь, в России вот эта вот привычка у людей нахуй. Делать желтые квартиры. Вот зачем вы это делаете? Нахуй. Темный и желтый. Причем дело даже не в люстре, обои желтоватые. Мне нравятся светлые, белые квартиры, понимаете? Когда ты сидишь в этой темнушке
Это тебя угнетает. Это реально тебя угнетает. Это вызывает депрессию. Со временем ты реально начинаешь депрессовать из-за этого. Я почему, вот скажете там, вот ты охуел, зажрался. Да нет, я просто хочу, чтобы квартира была уютная. Я, блядь, стример, я творческая личность. И мне важно мое внутреннее состояние, понимаете, да, как я себя чувствую. Если я буду жить в этом, я ёбнусь через неделю, и все, я уже не смогу стримить даже нормально. Слева спальня за дверью. Это пиздец. Короче, я понял, блядь. Что, и спальня на взрыв? Не, ну как бы круто, конечно, большая квартира, можно тупо приехать туда, выкинуть всю мебель и самому сделать все, да? Заебал он видом из окна, он так этим гордится. Ой, вид из окна, смотри, видно вокзал. Метро. Ну, метро. Блять, что так пол-то скрипит? Что, провалится к соседу? Я потом просто такой, вот это сосед. Вот это я к нему провалился. Ну, это починим. Это повелось совка. Там были в моде теплые цвета. Ну, охуенно. Сейчас бы ремонт не делать со времен совка. Возвращаемся в прихожую. В конце прихожей большая гардеробная комната. Что нахуй она такая огромная нужна? Зачем, блядь, тебе такая гардеробная комната? Ты чё, блядь, модельер какой-то? Модель, блядь. Ты чё там собрался хранить-то в этой комнате? Там жить можно. Блядь, просто... Также с окном. Как в GTA, да. Заходишь такой, наступаешь на кружочек, блядь, тебя телепортируют в комнату, и ты там хоп, хоп, вещи вот так меняешь, тебе их там 100 тысяч. Хозяйственная часть. Очень удобно. К тебе в друзья на вписке, блядь, на вписку приходит, да, такие, а можно переночевать? Да, вон, в гардеробную иди. Еще кондиционер в гардеробной. Блядь, что? Чтоб одежде холодно не было, ну, точнее, жарко летом. Одежда, привет, а Гуччи, Дольче, Габбана, вам кондиционер включить? Да, блядь, включить нахуй. Окно выходит уже во двор, там, где одно платное, не, вернее, бесплатное машинное место на каждую квартиру. В этом доме. Не, в целом неплохая квартира, знаете. Тысяч за 60 ее можно сдавать. Но 90. То есть, ну, я не говорю, что прям совсем плохо. Нормальная хата. Ну не, 90 дальше года. Дальше идем в кухню. Кухонный гарнитур. Пиздец там шумно, я ебал жить в такой хате. Микропосудомоечная. Санузел. Нормально, кстати. Не, нормальная квартира, но, блядь, дорого. 90. Если она только не у Кремля. О, Юра, ну, блядь, ну понятно, нахуй. В этом районе все хаты стоят столько. Они причем убогие, но дорогие. Вот в этом районе. Я не знаю почему. Видимо, там все и началось, вот эта вот мода на бабушкин ремонт. Вот. Не, 90 идите. Не, ну тогда я там не смогу жить. Так. 55 тысяч. Покажем и заселим сегодня. Звони. Видите, да, вот эти скобочки. Не, ну тут все, тут сразу отмена. У меня опять вот эта темнота, желтозня, блядь. Не-не-не, неуютно. Так, 60 тысяч. Ну пиздец, это же одинаковые хаты, разве нет? Причем одна стоит 60, а объявление, а тут 55. Две одинаковые хаты. Ух, сука. Типа, два разных риэлтора разместили объявление, другой за 60 выставил. А второй такой, нет, что-то на 60 не тянет, давайте на 5 тысяч дешевле. Ты звонишь такой, а за 50 можно? Да, конечно, блядь, в итоге минус 10к. Так, депозит можно разбить на 2 месяца, 70 тысяч рублей, ну и что у нас тут? Пиздец, блядь, в такой комнате спать нахуй. Блядь. Да. Такой кошмар и снится будет, блядь, еще знаете, наручники. Реально дурка, нахуй. Москва, ребят, 70 тысяч рублей за дурку, нахуй, заплати. Ну чё, хотел в центре жить, живи, блядь. Ну или плати по 500 000 в месяц за нормальную квартиру. А чё такой балкон странный, какой-то зауженный? Да, блядь, уёбаный насрал, блядь. Да, блядь, не позорься, ты выкинь этот диван, нахуй он там стоит, это же вообще жесть. Я не знаю, ребят, как вы живете, может быть, кто-то из вас живет в условиях похуже и скажет, да ну нормально, да нормально, мы люди простые, блядь.
И вот этот кондиционер, смотрите, кондиционер настолько старый, он аж пожелтел. Мне кажется, если его включить, можно коронавирус нахуй заработать себе, понимаете? И там вообще не только этот вирус, блядь. Там, наверное, просто целая куча вирусов. Ни один Китай нахуй рядом не стоит с этим кондиционером. Ты просто его включаешь, там, блядь, такой зеленый дым. Блядь, и просто... Как во времена Второй мировой войны, блядь, газовая атака, нахуй. Тебе бах, блядь, и все в минус там люди в этой квартире. Слушай, а как он... Блядь, в отражении нет человека, кстати. Вы прикиньте, как сфоткал. На штатив камеру поставил. Ебать, нормально, конечно, придумал. Не, ну конечно, такую хату сдавать, я бы тоже не палился. У нас объявили карантин, библиотум, библиотум. В смысле, библиотум, радуйся. А еще я теперь ансап, как мне жить без сапчета, библиотум, библиотум. Держу в курсе. Как, блядь, купи подписку. Че ты, блядь, въебываешься? Держишь курс, просто на жалость давишь, думаю, что подарят. Не надо дарить, пусть сам покупает. Спасибо тебе за 100 рублей. Ой, блядь. Как же Америка меняет людей, зазнался. Ты, в смысле зазнался, блядь? Это ты, дурак, я если ты готов в этом жить? Я представил, как пчел делает эту фотку. Таймер поставил и из комнаты выбегает и закрывает. Блядь, потому я бы тоже с такой комнаты убежал, нахуй. Спасибо, блядь, за 100 битсов. Просто извини меня, я не зажрался, блядь. Это 70 тысяч рублей стоит. Причем тут зажрался или нет? Кем надо быть, чтобы платить за это? Где находится? О, не, ну нихуя себе, блядь. Ну да, Новокузнецкая. Не, ну... Ну тут как бы Кремль, да? И вот хата, а вот Кремль. Не, ну как бы... Зато я возле Кремля живу, кстати, блядь. Я, кстати, вот здесь хату находил. А вот она, по-моему. Короче, я вот тут хату находил. Она неплохая. Я ее даже хотел снять. То есть, вот понимаете, да, где я мог жить? Но я передумал. Я передумал. Это она? Нет, это не она. Ну, это не она. Ну, короче, вот тут хата есть такая вот, классная. Ну, как классная? Ну, там студия небольшая. Ну, короче, похуй. Вот, ну, я, в принципе, мог тут жить, да. Но передумал. Потому что стоит она 80 тысяч. За студию, блядь, маленькую. Угу. Блядь, там Юечка живет. Подожди. Вот в этом районе живет Юечка? Не, я по фоткам понял, что она из такой достаточно Короче, семья у нее нормально такая, обеспеченная, вот. Но чтобы она еще и здесь жила? Нихуя себе, блядь. Юечка? Здравствуйте, привет. Ты ее батю чекни. Слушай, я на 2Ч не сижу, я вот в этих диванонах не шарю. Я понял. Ну там серьезный батя, наверное. Я тогда как бы просто я лямку завяжу, да? А то нахуй перееду в Москву и потом все. Потеряете вы меня. Так, ля, нахуй, вам не видно, да? Ля-ля, кто хату сдает? Ля-ля-ля. Где? А где фотка? А, ля, блядь. Ля какой. Алексей, кстати. А ну-ка, Алексей, покажи, на что ты способен. Музыку надо. А может, что-то приятное? Что-то бесит меня эта музыка. О. Так, Алексей. Так, сейчас закрою все. Вот эти объявления убогие. Самая стильная дизайнерская. 68 тысяч. Однокомнатная квартира, 32 метра. Ну, мне уже, скорее всего, то есть уже не подходит, потому что мне некуда будет поставить все свое оборудование. Ну, давайте посмотрим. Ну, блять, эта лампа нахуй как в подвале каком-то. Ну, ребят, норм, да? Ну, это на первый взгляд кажется. Ну, обратите внимание на стены. Тут как бы кирпичи побеленные, да? Холодильник старый, блять. И пол старый. Смотрите на пол. Обратите внимание на пол. Он весь уже обшкрябанный такой, да? И старый, прям такой старый-старый пол. У нас был такой в школе, в кабинете каком-то, не помню. А, это стиль. Да это нихуя не стиль, это просто, блядь, ремонт. Лень делать, назовем это лофт. Ну, как бы... Она приятненькая, беленькая, да, но... Блядь, ванная стрёмная. Ебать, что с ванной? Нихуя окно.
Ну, блядь. Ну, как ты... Ну, куда я комп поставлю? Ну, блядь, диван, если выкинуть. Ну, опять же, видите, большая комната, там эхо будет. А мне, опять же, это мелочи, блядь, но они очень важны для меня. Поэтому я так и долго ебусь с выбором квартиры, потому что, ну, то не подходит, то ремонт говно, то еще что-нибудь. То слишком дорого, где это? Ну, блядь, не знаю, 68 тысяч за вот это вот. Батарея из 80-х. Не, ну та двухкомнатная за 60 или сколько она там была, ну нормально, ебать, 90 тысяч, лучшая, блядь, ебать. Я бы сейчас заорал, да, как тут написано, ну, блядь, сосед убьет, ну вы поняли. Лучшая в районе! А ну-ка нахуй. Да, упала башня, да. Да, да. Хорошо. Да, да, Виктория, да, да, спасибо. Хватит меня троллить, блядь. Да, да, ну да, вот так вот получилось. Ну что поделаешь? Бывает. Устала моя башня стоять. Спасибо тебе за 2000 рублей, Виктория. Здравствуйте, рад вас видеть. Спасибо за донат. А мы тут квартиры смотрим. Ебаный насрал нахуй. 90. Опять этот кондиционер, которому уже 200 лет, блядь, с вирусами всякими. Ой, сука. Пиздец. Да мне нахуй Сталин жил, наверное, переделал этот кондиционер. Ну, если вы хотите понюхать передёж Сталина, переезжайте в нашу квартиру, 90 тысяч рублей всего лишь. Ёб твою мать, ёбаный. Бля. Бля, ну да, побольше желтого цвета, чё нет-то? Ой, блядь. Чисто больничный туалет. Ты так смешно реагируешь. А как на это нахуй еще реагировать-то? А, ну зато в центре города, блядь. Ребят, евроремонт. Вот это нахуй евроремонт. Они вообще знают, что такое евроремонт? Вот это Европа нахуй. Ну это Европа, угу. Блядь. Без комиссии для арендатора в центре, рядом с садом Эрмитаж. Предлагается шикарное. Какой же ЧСВшный нахуй. Выполнен качественный евро. Это что, блядь, паркет в идеальном состоянии? В каком нахуй идеальном состоянии? Он ему уже 200 лет. Он обшарпанный. Какое идеальное состояние? Он обшарпанный. Еще капсом. Квартира оборудована всей мебелью и техникой. Охуенная мебель, слушай. Комфортно будет, вообще кайф. Техника, блядь, чайник и печка. Пиздец. Это хорошее состояние, вот именно, но не идеальное же. Ладно, смешно. Блять, да чё у них за привычка-то, я не понимаю. Вот эти вот восклицательные... ЦЕЛУЮ! Лучшее предложение, блять! Опять 90 тысяч. Сука, вы чё, издеваетесь, что ли? Откуда такие деньги-то у москвичей? Так, блять. Что с потолком? Это крыша, я так понимаю. Куда столько свободного места? Тут что, блядь, зарядкой заниматься, я не понимаю. Да на них тут ничего нет, пусто. Ебать. Ну это для меня, это мне надо нахуй. Еще две колонки, тупо врубил там какую-нибудь, знаете, там, я не знаю, что там, блядь, слушают-то. Этот Миша Маваши, блядь. И, бля, как-то, сука. На нахуй. Нет.
вообще-то серьезно говорю. Серьезно? Ну ладно, окей, все. Спасибо, блядь, уже 4000. Сегодня вообще донатов не было, поэтому, Виктория, спасибо тебе огромное. Хоть я купил этот стрим, а то я тут проиграл деньги, как обычно, блядь. Спасибо. Спасибо тебе за донат. Не, ну вот это плюс, но только... Ну, блядь, это настолько плюс, что он только это и фоткает. Похвастаться больше нечем. Чё, блядь? То есть у него ванна без дверей? То есть она прям в комнате? Тут вообще двери есть, я так понимаю, это дрявая нахуй квартира, она... Это просто как будто зал какой-то огромный, один огромный зал, в котором есть все. Хуя банька, блядь, парилка. Ну только кухня отдельная, я надеюсь. Да ну нахуй! Тут даже кухня, да ну это какая-то срань ебаная. Ну тут как бы нет, тут вообще без вариантов. Я куда компьютер поставлю? Даже я могу его поставить сюда, конечно, но настолько большая квартира, что туда эхо будет просто вообще жесть. Хотя можно вот это выкинуть, и тут компьютер... Или можно, короче, в эту комнату... Ну, не в эту комнату, в этот угол поставить комп и тупо, короче, транслировать, как я железо поднимаю, да? Ну, тупо жопу качаю. Ну, тупо, блядь, вообще вот так вот, нахуй. Ну, чисто, блядь, рамы, нахуй. Ну, чисто биг, блядь. Сейчас отлично. Ну, 90 тысяч я за это не готов платить, извините. Какие столько... Блядь, какая музыка бесит, блядь. Во. Вот давайте инструментал. Так. Где тут 100 квадратных метров? Чё-то он гонит. Пиздец. 90... А где она находится на карте? На, блядь. Ну, дорого. Так, 59 тысяч, две комнаты. Ну, тут я сразу вижу, мне уже не нравится. Не-н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 е, ёпта, не... Ой, бля, не-не-не-не-не. Так, 75... Не, ну... Ну, не-не, ну... Не-не-не-не. Ну, мне нужна светлая квартира на... Пошла, блядь, желтизна. Так, 80 тысяч, три комнаты. Нормальная. Но нет, я не готов платить за такое 80 тысяч. Бомба! Нахуй мне квартира, где бомба, блядь? Чё, ебанутый, что ли? Блядь, это чё, комната такая? А не узенько будет? Какие они ЧСВ, вот эти вот москвичи, блядь? Супер-мега, блядь, бомба! Ебать, лучшие предложения на районе. Пиздец. 90-80 тысяч. Бомба. Ёбаный. Вы скажете, просто фотка неудачная? Нет. Вот так-то оно и выглядит. Нет, спасибо. Я не готов. Я не хочу 80 тысяч за это отдавать. Ну не хочу я. А че? Ё-моё, Дерек. Ты серьёзно? Сейчас так на квартиру там мы с вами накопим. Что значит не было донатов, немедленно извинись. Ну ладно, ладно, извини, все, видишь, немедленно извинился, извини, извини, Дрифул. Ну как бы ты только и задонатил, и все. Ну, там Джамила, и все, ты как бы, ну, три, сколько там, четыре доната, блядь, за весь стрим. Это что такое, нахуй, не понял, блядь. Мы сегодня там вот сидели с Авилоном, с братишкиным, обсуждали, блядь, что мне много донатит. Где, блядь? Спасибо. Впервые сдается после ремонта, ебать, давайте заценим ремонт, ребят. Какие сейчас ремонты делают? Подожди, охуеть, вот это ремонт сразу видно, вчера закончили делать. Смотрите, современный ремонт, блядь, 2020 год. Ты издеваешься, что ли? Ремонт, видимо, делала бабушка.
тебя не считается, а? Ну ясно, так это вчера было. Бля, не, ну не нравится мне, не. Я 85 за это не буду платить, идите нахер. Да я бы такой, наверное, бесплатно не жил. Да, я царь, поэтому мне нужны хоромы. Ой, блядь. Так, что ты мне там скинул? 98 тысяч, блядь, ты что, с ума сошел? Чё это за говно, чувак? Ну, вид, конечно, бля, вообще бомба. Ну, я так понимаю, тут только вид хороший, и все, блядь. Раз он так много фотографий сделал на крыше, то лучше в квартиру, я так понимаю, не заходить. Да, или так, ну, жить на крыше надо. Тупо Карлсон, окей. Да это хуйня, ты чё за такие бабки? 98 тысяч, за шо, блядь, за шо? О, ё-моё, вы чё, блядь? Вы чё? Хай. Здорово, Арзамастер, спасибо тебе за 60 евро. Так, ребята. Мы близки к тому, чтобы собрать деньги на вот эту хуйню. Да, чё, тут только за вид из окна, что ли, платить? Дорогой донатер, ты мне зачем это скинул? Ты реально считаешь это А чё не за МКАДом? Не, ну а чё не за МКАДом-то за 100 тысяч-то вот эту хуету, блядь, снимать? Вы смотрите, где она находится? Я думал, это возле Кремля. Я ещё такой смотрю на фотки и думаю, а где Кремль-то за такие деньги-то? А где Кремль? Я бы на Путина смотрел, блядь, в бинокль. Ну извини меня, блядь, в таком районе? Охуенный район в прудах. Да, но это далеко от центра. Мне похуй на пруды, понимаешь? Мне похую на эти пруды. Мне насрать, что там из окна, понимаешь? Насрать. Мне главное район, то, что в районе, чтобы у меня все было вот в шаговой доступности, чтобы я вышел там из квартиры, в Азбуку Вкуса пешочком, обратно пешком домой, да? Там все вот это, чтобы все было рядом. Чтобы я на такси деньги не тратил. А не вот это вот. Просто жесть. Просто, блядь, жесть. Я вот видите, как сложно найти хату. Ты дурак, это центр. Это не центр, блядь. Центр это Тау. Тау. Центр, блядь. Центр это там, где Кремль вообще-то. Бля, ну что это? 60 тысяч. Не, ну обычно нормальный квартир. Ребят, я в таком доме жил. У меня там были проблемы с соседом. Так что тут все сразу отмена. Соседи будут слышать. Важно еще снимать, точнее искать старые дома. Сталинки, вот эти вот кирпичные старые дома. Где можно, блядь, людей там, знаете, это самое, да, и никто даже этого не услышит. Так, трехкомнатная квартира. Цау! Не, а зачем вообще свет в квартире сделать? Да, блядь, вообще нахуй лампочки открути и все, что в темноте можно сидеть тоже. Не, ну а чё, блядь, ну какого хрена, зачем такая темная квартира, блядь? Ну а чё, нормально, как бы, вон, камин зажёг, блядь, сиди нахуй с камином, вообще без света. Не, ну а чё, блядь, ну пещерные же люди, наверное, да? Да, 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 и Ване тоже свет не нужен, зачем? Охуенный туалет. Блядь. Да что за ну зачем, ну почему, блядь, жёлтый цвет? Больше, мне нужно больше желтого. Дел сделано, блядь. Ага, а можно на потолок телевизор вот так вот прицепить? На диване лежишь, в потолок смотришь. И, блядь, вообще удобно на самом деле. Какая ж хуйня, блядь, 90 тысяч, блядь. Пиздец, блядь. Это он из-за цветка, что ли, туда холодильник присобачил? Ой, холодильник. Телевизор. Пиздец, блядь, я ору. Сука. Подожди. Он и второй телек туда прихуярил. Ой, бля. Пам-парам. Пам-парам. Приветствую смотрящих. Да, здорово, блядь. Вот донатят ребята свои тысячи и думают, что врываются и все тут чики-брики. Но как бы вот как врываются реальные ребята. Да, да, спасибо тебе за 400 рублей, блядь. Ну да, приветствую.
Да ты чё? Чё? Вот жалуешься на замкадные квартиры. Но ты не бывал в заводском в Саратове. О, воробей, лучше, блядь, не... Не, ну, ну да. В Новокузнецке, вот, например, ты вообще хату не найдешь, даже там за 50 тысяч, да хоть 100 нахуй. Там просто не сдают квартиры с хорошим ремонтом, их просто нет. А потому что даже если бы они были, никто бы их там не снимал. Не, ну это, я не знаю, ну, мне эти квартиры напоминают, знаете, какие-то вот... Вот реально больницы, офисы. Вот эти вот поликлиники, знаете, частные поликлиники, платные. Вот ремонт какой-то вот такой же, блядь. Ну, как жить в больнице какой-то частной. В каком-то... Вот это тупо офис, блядь. Вот тупо идешь такой, знаешь, вот, вот, ну, заходите в этот кабинет, пожалуйста. Да, а вам в этот кабинет, пожалуйста, блядь. Чё-то цветок то... Пизду, блядь. Какие-то стоматологии, блядь, сдают в аренду. Я квартиру хочу. Уютную, светлую, хорошую квартиру. Но много, видимо, хочу. Ну, что это, блядь? Ну, хоть не 90 тысяч, окей. Тебе хер угодишь. Так да, мы что-то тут видели ее хорошие. Тут все одинаковые, кроме одной. Вон там была нормальная одна квартира. Они все одинаковые, блять. Они все одинаковые, нахуй. Че, опять бомба? О, шикарный вид из окон. Шикарный, блять. По-моему, обычный вид. Я не знаю, что люди обычно из окна видят, но... Ну, вид как вид. Шикарный вид — это когда ты открываешь окно, а у тебя там Манхэттен. Там, не знаю, блядь, вафельная башня, я не знаю, там Кремль. Не знаю. Блядь, мамка твоя нахуй раздетая. Я не знаю, что еще, но... Ну, тут-то что, вид как вид. Особенно на дорогу, блядь, где воняет нахуй. Целая куча машин, блядь, которые пердят там, я не знаю, да, воняют газами своим, бензином, да, шикарно. Открываешь такой утром, а там пробка, и ты такой... О, бля, Москва, блядь. О, да, нахуй. И телевизор в углу. Мне интересно, вот ты такой, значит... Обрати внимание, диван в углу, и в этом же углу телек. То есть ты вот тут садишься, да, вот так вот, садишься сюда, включаешь телек, и такой... И вот так сидишь, смотришь его, блядь. О, блядь. О, ля, нахуй. Ля, что творит ты, блядь, вообще молодец, блядь. В голову вывернул и сидишь, блядь, смотришь. Удобно, блядь. Не, ну это пиздец. Просто, блядь. Сколько? 68 тысяч. 36 квадратных метров! 36! Я понимаю, что я в подвале жил, да? Я жил в подвале, где было 25 метров. Ну, извините меня, я платил 25 тысяч. А этот 70 тысяч просит. И это, блядь, без коммуналки. Ты еще за коммуналку будешь платить 5-10 тысяч. А это уже... Как раз таки 80. Пиздец. Пиздец. У меня всегда горит. Когда бомба, блядь, лучше не найдете срочно. Ладно. Бомба. Так, ребят, ну я так понимаю, бомба в данном случае — это микроволновка, которая тоже пожелтела уже от старости. Пластмасса? Она желтеет. Когда она стареет, она желтеет, короче. Мне кажется, если туда засунешь котлетки погреть, нажмешь на кнопку, она бжж, блядь. Минус котлетка. Ну, более-менее такая кухня окей, как бы, ну... Чё это за вырви глазные, блядь, обои? У меня вот уже глаза болят. А если жить в этой квартире, так это же вообще жесть. Пиздец. Ай. Ай, блядь. Да ну хуй. Ну где, как? Какая бомба? Какого, блядь? Одна комната? Вот именно, что блевать хочется. У тебя работа в основном не обязывает жить в Москве. А я хочу в Москву. Я бы поехал на Бали. Какой Бали, блядь? Все мероприятия в Москве, стримеры все в Москве, блядь. Какой Бали, блядь? Какой Бали, нахуй? Почему ты в Москву хочешь? Да потому что там весь движ, блядь. Какой Бали, блядь? Можешь вести всякие коллаборации и ходить на шоу известных ютуберов. Ну хоть блевать, я понимаю, что квартира не очень. 700 рублей в месяц. Я в Москву переезжаю, потому что там все стримеры живут.
с которыми можно поколлаборировать, блядь. Там все мероприятия стримерские проходят. Мне постоянно с Питера приходится туда ездить на эти всякие штуки. Все там, понимаете, все в Москве, вся жизнь в Москве. Весь движ в Москве, блядь. Чем это в Бали делать? И что я там на Бали буду один делать? Сейчас буду на Бали переезжать, где я, в принципе, как нелегал буду. Сколько там турист может находиться? Полгода, по-моему, максимум. Ну и что я там, на полгода туда приеду, чтобы потом обратно вернуться? Бали. Фунфурия, конечно, ты молодец, но ты думай, что ты предлагаешь-то. На Манхэттене снимай хату. Ой, блядь, ребят, на Манхэттене вообще пиздец. Еще хуже. Еще хуже. Вы видели ту квартиру, в которой я жил? Я не хочу сказать, что она вообще, ну, как бы плохая, да? Но, ну, вы видели, где я жил. Я ИРЛ стримил. Там тоже такая маленькая-маленькая-маленькая студия. Меньше, чем вот эти вот. Тоже такая желтая. С таким, как бы, ремонтом, да, таким. Так она стоит 2500 долларов в месяц. Это 100 с чем-то тысяч. Это пиздец. Да, блядь. Ну это Манхэттен, конечно, чё уж там. Тю! Блядь, ну и ванны. Да ну на. Да иди ты, блядь. Почему они это... Почему бомба? Как? Что им ими движет? Им самим не смешно такие объявления делать? Бомба, блядь. Сука. Опять бомба. Да чё тут бомба? Бомба. Ты чё, дурак, блядь? У меня уже нет всё. У меня эмоции, они, блядь. Ой, блядь, бомба, ёбаный рот, блядь. Что это такое? Охуеть. Охуеть. Даже микроволновки нет, да? Даже микроволновки нет. Ты чё, серьёзно? Бомба! Ты эту бомбу, блядь, всю жизнь будешь сдавать за свои 60 ля какая. Это риэлторские агентства такую хуйню пишут. И что, блядь, там не люди работают, что ли? Они же видят, что это, ну, типа... Надо писать. Где там название объявлено? Вот скажи мне, пожалуйста, ты не трясись, ёбаный урод. Скажи мне, пожалуйста, почему Че? Ты такой дрищ, ёбаный? Ну потому что, блядь. Еще раз постучи, блядь. Да зачем тебе Москва? Поехали со мной в Дубай. Виктория, спасибо за 1500. Но если вы все оплатите, вообще изи нахуй. Погнали. Не, пиздец, все, извини. Меня уже подташнивать начинает. А где она находится? Вы знаете, хорошо быть москвичом. У тебя есть квартира в центре Москвы, и ты можешь просто забить на нее хер. Ты можешь вообще не делать в ней ремонт, ты можешь насрать просто, насрать посреди комнаты, ну вот насрать на кровать, вот так вот, куском прям огромным, да? И выставить ее за 60 тысяч. И написать «Бумба». И все, ее снимут, ну потому что Москва — это центр Москвы. Ее в любом случае, вот кто-нибудь найдется, кто ее снимет. Все, понимаете, да? Вот-вот в чем плюс Москвы. Если у тебя есть квартира в Москве, все. Все, блядь, жизнь удалась. Ты сдашь любую хуйню за огромные бабки. Так, блядь. Спасибо тебе за еще 2222 рубля, Дарифул. Ну, смотри. Прям битва, ребят, видали ко мне аудитория? Один Дубай, блядь, Италия нас. Знакомый дизайнер там живет на Бали, женой удаленно работает. Наслаждается жизнью, а ты будешь коллаборации делать с братишкиным. Какие коллаборации, блядь, по скайпу, что ли, по дискорду? Нет, я хочу в реальной жизни, типа. Ты не понимаешь, Фунфурия, ты не шаришь, нахуй. Чтобы двигаться, надо двигаться там, где это все и происходит, понимаешь, да? Типа развиваться, там, ходить на шоу всякие, там, сниматься, блядь. Я что, блядь, на Pink Sugar тоже из Бали, да? Эй, я на Бали, Pink Sugar, привет. Стример 110? В смысле, блядь, 110? Да вы нахуй 110 не понимаете, о чем я говорю. Ебать, вы, конечно, глупые нахуй. Я говорю про коллаборации, блядь, когда он ко мне домой приходит. И мы сидим вместе, он у меня на коленочках, и мы стримим, блядь.
Чел не вывез сарказма? Это сарказм? Хуйня какая-то, а не сарказм, блядь. Так, во-первых, дрифул. Давай начнем с того, кто ты. Просто Виктория как бы девушка, девочка, да? Поэтому, как бы, ну, ты же понимаешь, что она пока что в выигрыше. Вот, если ты пацан, ну, тут извини меня, ну, как бы... Ну, типа, хоть там бы и Братишкин говорит, что я гей, но... Я, ну, извини, ну, я, ну, как бы... Вот, плюс Италия. Но ты выигрываешь в том плане, что ты мне вчера сдонатил 50 тысяч. Поэтому тут ты, не, ну, как бы, да, так что, блядь, сложный выбор, да, сложный выбор. Ребята, голосуем. Дрифул, по-моему, тоже девушка. О, ну да, тогда тут уже прям такая битва начинается, нахуй. Студент-философ с Могилянки. А, так это же Зеленский вроде. Я что-то вспомнил, блядь, я думаю, я это где-то слышал. Это же поздравление этого... Этого, блядь, Зеленского с Новым годом. Кто я? Так, ладно. Да, ребят, ну нет смысла, блядь, дальше смотреть. Ну вы поняли, ну невозможно найти хату. Вот поэтому я не знаю, как я буду переезжать. Я хочу в Москву-Сити квартиру, блядь. В Москву-Сити хочу. Ну, блядь, нахуй этот красный свет такой ублюдский. 80 тысяч! Да что это, блядь? Желтое все, сука. Я сейчас с ума сойду, блядь. Я сейчас, блядь, с ума сойду. Ёб твою мать. Не, ну вот это нормально. Ну 90... О, нихуя видок, подожди, ничего себе. Так, ну... Ну мебель старая, бабушкина. Чё это за пиздец? Не, ну как бы более-менее, да, ну... Ну... Да, видок, конечно, из окна нормально. Это очень хороший район. Так, вот, блядь, можно? У меня башка болит. Лучше ко мне в Испанию. Ебать. Испания, Италия, Дубай. Все живут в теплых странах, я так понимаю, да? Арзамастер, спасибо за 32 евро. Знаешь, тебе я верю, ты хотя бы в евро донатишь. Спасибо тебе большое за донат. Нормально у меня аудитория, да? Попроси Хабеев скинуть фотки в ЛСП и реши скинуть. А вдруг они мне уже скидывают? Не, ну слушай, а чё ты сразу вот это вот фотки, блядь? Это не главное. Лучше пусть скидывают донаты. Спасибо, Фунфуре. Ну чё, ребят, вот смотрите, вот видите, да, фотографии, вот квартиры, да, скажите, вот стоит ли это 90 тысяч рублей в месяц? 65 метров. Ну вот стоит это 90 тысяч? Нет, не стоит. Блять, вот и я об этом же. А район, давайте район. Ну, не, район нормальный, да. Район пизда, ты ничего не скажешь. Я бы за такой 50, 60 максимум. Ну, 90. Чебан мули, что ли? Ебать, пустая хата за 70. Ну вот, блять. Дириефу, везите его в Италию. А давай сначала в Италию, а потом в Дубай. Молчу. Можно и туда по очереди. Так, ребят, 70 тысяч рублей, 38 метров. Итак, погнали. Ёп. Это что, это дверь из комнаты или, блядь, шкаф? Ёбаный насрал. Переезжай ко мне. Вид из окна бомба. Метро рядом. Под звуки трясущихся рельсов шикарный спится. Еще каждую ночь проезжает полиция. Скоро и т.д. со своими сиренами. Выделю тебе место в каморке. Ага. Если калачиком свернуться, то можно и поспать. Рядом с кроликом меньше, чем 3. А, ну я так понимаю, судя по описанию, да, это Нью-Йорк, это Брайтон-Бич. С большим удовольствием, если вы мне дадите гражданство, я вот прям нахуй сейчас начну вещи собирать и переезжать. Джамила, спасибо за 100 рублей. Вот.
Не, я серьезно, если тут есть граждане или гражданки из Америки, пишите, договоримся. Так. 90 тысяч, 3 комнаты. Ну, блядь, они все одинаковые, ребят. Ну, все квартиры, сука, выглядят одинаково. Они все желтые, они все убогие, блядь. Везде бабушка делала ремонт. Мне кажется, одна бабушка есть какая-то в Москве, крутая бабуля, нахуй, богатая, блядь. Она ходит по квартирам и делает, блядь, свои вот эти вот бабушкинские ремонты. Все. Ну, вот опять. Они все одинаковые. Не, все, я не могу. Я не перееду в Москву такими темпами. Это невозможно. Это, блядь, просто невозможно. Это слишком дорого и слишком плохо. Это, блядь, что вообще такое? Посмотри на Авито. Да там еще хуже. Ебать, это что такое? Что это такое? Это что? А, это подъезд от квартиры, блядь. Вот знаете, бывают такие объявления, когда квартира говно, но чтобы как-то привлечь внимание, они начинают фоткать район. А он, блядь, еще нахуй в другой район ушел бы и там начал фотки делать, типа, вот это соседний район, а вот это соседний город, нахуй. А вот это Нью-Йорк, кстати, блядь, давай тоже фотки выложу, нахуй ты это фоткаешь, дурак. А если я донату скипну, нахуй, что ты на это скажешь? Ну и пошли вы, блядь. Ясно. Даже спасибо не скажу. Арзаматер, забери меня, ну забери меня, господи, блядь. Ну, я к Джамиле уеду тогда в Нью-Йорк. Ясно? Нужны вы мне? Ну, вообще-то да, нужны. Не, ну какая-то, я не знаю. Чё, блядь, с квартирой? Чё? Ну, это как-то непонятно, в каком-то японском стиле. Вроде... Необычно, но, сука, стрёмно как-то. Типа, это студия, то есть это вся квартира, всё, это всё. И это всё. Не, скажите, есть те, кому это нравится? Просто когда они делали ремонт и клеили по кубику, блядь, эти плитки... Они, ну, как бы нормально вообще, то есть он такой клеил, такой, о, да, кайф, нахуй, как охуенно. Все такое красное, как будто мясо, блядь. Супер мидбой, блядь. Да, еще наклею, типа, ну, ты же должен был остановиться и понять, что это пиздец. Нет. 90 тысяч. 90. Она еще и 95 стоила. Он ее с марта 2019 года сдает. Ну, блять, удачи нахуй. Уебать. English speaking agent. Центр Москвы. Огромная просторная квартира. Студия с 4-метровыми потолками, блять. А нахуя мне 4 метра потолки, если я 1,86 м? В знаменитом доме? Знаменитый дом? Это вот этот, что ли? Окей, а чем он знаменит? Тем, что это дом, да? Загуглите в этот дом что-нибудь, что там, блядь? Ну, типа, он красивый, я не спорю, охуенный дом, да. И все, наверное, только этим он и знаменит. Типа, живу в этой хуйне, но зато дом знаменитый. То есть, это так, знаете, тёлок клеить, короче, там. А поехали ко мне, я живу в знаменитом доме. Ну все, ребят, я поехал в Нью-Йорк. Можно скипнуть? Да башка уже болит. Забирает его в Нью-Йорк, быстро все разбежались. Опа, оп, ну все. Все, едем. Ха, спасибо, Джамила, за 500 рублей. Так, рестораны, кафе, бутики, театры, музеи, торговые центры и прочее. Отличная просторная современная квартира студийного плана в знаменитом доме
на Б. Консьерж, окна в тихий переулок, стеклопакеты. Есть кондиционер, интернет. Спутниковые, это, бля, сейчас блевану реально. Просторная комната с высокими потолками, он уже дважды это говорит. Так, в гостиной зоне большой раскладывающийся диван. Ага. Посудомоечная машина. В квартире благодаря обширному открытому пространству и грамотному интерьерному решению будет комфортно как проживающему, так и его гостям. В спальной зоне двухспальная кровать, телевизор. Блять, тут все в одной комнате огромной. Это же пиздец. Не, какой-то отель за 90 тысяч в месяц. Ну, короче, понятно, ребят. Ну все, видите, о. А ну-ка, 80 тысяч. Пушка в стиле лофт. Просто, блядь, пушечка. Не, ну это лофт, ребят, эти трубы, это все лофт. Не, ну, немного похоже на мой подвал. Вебка зависла, да? Охуенно. Все. Нет, подождите. Вообще-то я забираю его в Германию. Уже все решено. Так. Блюк Холл, спасибо, конечно, за 100 рублей, но вот... Но знаешь, вот как бы Германия, ну... Что-то я как-то не знаю. Ну, что-то Германия такой себе вариант. Мне Германия не особо нравится. Спасибо тебе, конечно, за 100 рублей, за предложение. Не, ну если не будет вообще вариантов, там, Италия, Дубай, Испания и Нью-Йорк отпадают, то, ну, как бы Германия тоже сойдет. Ну что, как вам хата-то за 80 тысяч? Ай, блядь. Пиздец, она еще возле ТТК находится, ТТК ебаный. То есть вы понимаете, да, возле этой дороги, возле этой трассы. Мило, но дорого. Вот именно. Короче, все, я не... А ну-ка. 90 тысяч. Ё-моё. Не, ну в принципе, нормальная квартира. Ну, нормально. Ну, за 1070 я бы ее, наверное, мог бы там, да, ну, 90, ну, чё-то, ну, как бы район вроде, я так понял, там Москва-Сити я видел. О, да, район, кстати, вот прям то, что нужно, блядь. Киевская. А, ну все, давай, блядь. Ну и давай. Ну и давай. Так ты парень или девка, я не понимаю. А, все-таки ты парень? Ёпта. Мне, оказывается, еще и пацаны донатят. Нихуя. Не очень. Бля, ребят, так это кто зажрался, я или вы? Да ты чё? А ты чё? А я из Эстонии. Ту, сука, и блин. Мне Хес тут нах не нужен. А, ну и ладно.